Здравствуйте! С вами Татьяна Касьянова и о погоде на предстоящие сутки. 5 ноября по республике ночью облачно, по южной половине республики влияние циклона над Монголией. Местами пройдет снег. Днем снег ожидается по северному Прибайкалью, по остальной территории погода без осадков. Ветер западный 4-9, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью -18-23, по Баргузинской долине -9-14, днем от -3 до -9 градусов. По центральным районам ночью -6-12, днем от -1 до +3 градусов. По южным районам ночью -6-11, по юго-западу до -13-18, днем от -1 до +3 градусов. В городе Улан-Удэ ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер переменный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -6-8 градусов, днем максимальная 0-2 градуса. Атмосферное давление будет падать до 710 миллиметров ртутного столба. У природы нет плохой погоды, плохим бывает только настроение. Не позволяйте ему падать! Это был прогноз погоды на ТВ. До свидания!